Пожалуйста. Ну вот объясните, почему так? Я не в правомерии. Что значит министр ездит? Я не знаю информации, почему номера. Я подошел к командиру, они сказали... Ну, вам сказали, ездит министр на ней. Мне то есть сказали, он хочет, как хочет, так и ездит, правильно? У кого? До службы безопасности. То есть а сейчас на глазах нарушение будет продолжаться, правильно? Не готов вам ответить. Отлично. Это сам полиция глаз. Правильно? Если вы хотите задать какие-то вопросы. Да, я хочу задать вопросы вашему главному. Передвижение высших лиц Украины. Задавайте это в УДО. Пожалуйста. То есть, если почему они не могут передвигаться с разными номерами, которые соответствуют регистрации автомобиля? Потому что для того, чтобы эффективно охранять первых лиц. Все, все вопросы в УДО, пожалуйста. Выключи ее. Иначе я сейчас проверю. Так. И что? Ты должен стереть мое лицо. Покажи, чтобы оно нарисовано. Сейчас? Да. Ничего. Ну, что ты боишься? Я не боюсь.